Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Москвы российский политолог Аркадий Дубнов. Здравствуйте, Аркадий. День добрый, Михаил. В Узбекистане прошли президентские выборы. Вы, скорее всего, следили за ними. Как вам результат? И даже не столько, как бы, кто стал президентом, сколько с каким результатом он пришел к конечному финишу? Ну, он пришел с хорошим результатом, дай бог нам, всем иметь хорошие результаты, поддержки тех, с кем мы работаем. 80% избирателей при 80% принявших участие в голосовании. 80 на 80, получается 64% за него голосовали среди тех, кто зарегистрирован в качестве избирателя. Очень хороший результат. Думаю, что важно здесь комментировать те, как бы, замечания, которые были уже сделаны по этому итогу, исходя из сравнения этих результатов с теми, которые были во время первых президентских выборов Шавката Мирзиева 5 лет назад, сразу после смерти Ислама Каримова, когда он в результате такого форс-мажорного транзита власти оказался на посту главы государства спустя несколько месяцев после кончины Каримова. И он получил тогда 88%. Я, когда отвечал на эти вопросы, говорил, что, на мой взгляд, это объясняется тем, что тот результат очень высокий, характерный для авторитарных режимов, объясняется именно тем, что он был в шлейфе вот этого авторитарного режима Каримова. То есть его преемник каримовский, каким оказался Мирзиёев, не мог получать значительно меньше, чем получал Каримов. Поэтому это так автоматически на него как бы перешло, это так называемая автократическая харизма. Сегодня, 5 лет спустя, Мирзиёев не может считаться таким автократом, как Каримов уже, и он делает все для этого возможное, чтобы показаться гораздо более демократическим правителем, который отпустил вожжи, который предоставил значительные, как бы, свободы своей стране, и в том числе экономические, гуманитарные, религиозные. Поэтому это само по себе, конечно, не могло, просто даже на теории, не могло увеличивать его популярность, потому что есть противники такого рода изменений, как всегда при проведении реформ. Вот этим можно объяснить эти 80%. Кроме того, у него были 4 соперника, представители 4 политических партий. Заметим, как бы краски ради, что 4 из 5 партий, принявших участие в президентских выборах, выставившие своих представителей, имеют в своем названии слово «демократическое», да? Народно-демократическое, либерально-демократическое, просто-демократическое, социал-демократическое, да? Ну и, что называется, совсем, чтобы было красиво, была еще и экологическая партия. Приняла участие в голосовании одна женщина, да, почтенный, так сказать, педагог, 60 лет от роду. Вот приятным, так сказать, сюрпризом для тех, кто наблюдает за выборами в Узбекистане, стало ее второе место. Более 6% она получила. Я это комментировал, и на самом деле я уверен в этом, что это именно так, побывав, например, там на участках, в частности, на участке, который расположен в филиале МГУ в Ташкенте, да, такой замечательный участок в красивом здании, где я спросил, наверное, ведь у вас много девушек, которые, конечно, голосовали за эту почтенную кандидатку. Ну, мне, так сказать, с молчаливой улыбкой дали понять, что, в общем, да. Я даже посмотрел на урну, и там в стеклянной урне видны были бюллетени, на которых галочка стояла в развернутом бюллетене напротив этой почтенной женщины. Вот так что
у людей появилось какое-никакое, но право выбрать. При том, что они все понимали, что их право никак не поколеблет результирующие, так сказать, да, результирующие цифры. Но, тем не менее, есть некая такая иллюзия более свободного голосования. И здесь я скажу одну вещь, которая, мне кажется, важна. Понимаете, на мой взгляд, Мирзиёев на этом этапе своего правления, а он пришел надолго, нам надо это понимать, он пришел надолго, и со мной интрига его правления состоит в том, как через 5 лет будет интерпретировано его желание пойти на третий срок, который на сегодняшний день противоречит Конституции, где сказано о только 2 сроках подряд. Ну, на этот счет есть различные варианты, мы их прекрасно знаем, они опробованы, апробированы, не только в России, где все это обнулено, но есть и другие возможности. Так вот, я считаю, что при Мирзиёеве руководство Узбекистана пытается сделать из узбекского населения электорат. Понимаете, да, о чем речь? Просто приучить людей, чтобы они хоть как-то, но осознанно делали свой выбор, они просто шли как на праздник голосовать. Я, кстати, спросил, а почему я не слышу такой музыки, какая была раньше на всяких выборах? Почему не передают пирожки, так сказать, на прилавках, да? Почему здесь вот не танцуют люди, да? Ну, в общем, мне отвечали, что, ну, в общем, это у нас теперь не обязательно совершенно, да? Вот, то есть, но тем не менее, люди, правда, шли очень активно, особенно в первой половине дня, были огромные очереди, обошли, так сказать, весь мир. Фотографии с участка посольства Узбекистана в России, просто огромная толпа, которая стояла на вход посольства проголосовать. С утра точно такие же картинки были, ну, чуть поменьше, конечно, но в Ташкенте, да. Ну, для людей праздник все-таки. Они шли традиционно с семьями. Я людей спрашивал, ходят ли они голосовать, и они удивлялись вопросу. Конечно, да, искренне совершенно. И это не значит, что они голосуют за Мирзиёева, просто вот они считают себя достойными гражданами. Аркадий, скажите, пожалуйста, нынешнего президента Узбекистана по сравнению с его предшественником Каримовым иногда называют реформатором. Насколько, на ваш взгляд, справедливо такое утверждение? И это, если это реформы, и те, о которых вы сейчас говорили, вы уже перечисляли их, они, на ваш взгляд, носят какой-то кардинальный, фундаментальный, потрясающий основы, или же все-таки такой косметический характер? Ну, знаете, я бы не сказал, что это косметика. Да, это нечто большее все-таки. Понимаете, когда в первые... Ведь в последние годы Каримова жить было очень тяжело в Узбекистане. Я вам скажу больше. Я общаюсь с некоторыми представителями, так сказать, властной номенклатуры, достаточно высокими, и они при еще Каримове признавали, что им очень тяжело работать. Просто тяжело физически, потому что они все время стреножены и как бы... указаниями иногда противоречивыми самого Каримова. И вообще обстановка в стране довольно тяжелая, такой мракобесный. Сегодня этого, правда, нет. И Мирзиёев начал с очень важных шагов, в первую очередь, как экономических, так и социальных. Он что называется, навел порядок в денежной системе, в валютных торговых операциях. Он убрал черный рынок. Вы знаете, да, что в Узбекистане было там 3 курса, да, и по официальному курсу фактически нельзя было поменять валюту. Был средний курс для бизнесменов и был черный курс. Я этим неоднократно пользовался, и все знали, как это делается. Приходишь на рынок, на тебя тоже бросаются люди и спрашивают, сколько, да, будешь менять. А это очень сильно упростило жизнь людям, конечно же, да. Кроме того, можно было получать, в принципе, можно было получать и денежное обращение через карточки, через кредитки, через банкоматы стало возможно, потому что курс узбекского сома по отношению к доллару 10 тысяч сомов за 1 доллар, да, то есть
Я вспоминаю, что такого же рода обстоятельства были в Афганистане, когда тебе меняли деньги, доллар, за там, 10 долларов или за 100 долларов. Тем более ты получал вот такой огромный кусок бумаги, так сказать, свернутый, обвязанный, никогда не распаковывавшийся, потому что они так и ходили, в авоськах носили деньги. Так и было в Узбекистане. Все это сегодня в прошлом. Ну, конечно, была деноминация, не деноминация была, так сказать, вместо там максимальной банкноты в 5 тысяч, максимальная банкнота сегодня 10 тысяч, 100 тысяч суммы, что означает 10 долларов всего-навсего, да. Ну, были и другие вещи. Ну, например, стали выпускать из тюрем людей, многими тысячами томившихся там по обвинению как бы либо в религиозной пропаганде, либо чрезмерном соблюдении традиционных исламских ценностей. 5 раз ты делаешь намаз, ну и так далее. Им приклеивали, значит, ярлыки террористов потенциальных и так далее, да, исламских. Либерализована уже степень была экономическая деятельность, да, меньше стало проверок. Ну, короче говоря, во многих отраслях жизни, конечно, жизнь стала легче, жизнь стала веселее. Это правда, реально. Но надо же понимать, что все-таки контрольные посты в экономике все-таки занимают, как утверждают люди, близкие к президенту, либо к его команде. Да? И постепенно, некоторым образом, усиливается влияние семьи президента. Хорошо это или плохо, но это чувствуется в некоторых отраслях, так сказать, узбекской жизни, узбекистанской жизни, да? Какие формы примет это в дальнейшем, эта тенденция, сказать сложно, но интересно еще наблюдать за внешнеполитическими, так сказать, маневрами, изменениями политики Каримова. Он политики Мирзиёева. Он старается держать дистанцию от сильных больших игроков мировых, в первую очередь заметно по отношению к России, к Соединенным Штатам. Последние события известны, он отказал американцам в размещении военных инфраструктур выводимых из Афганистана. С другой стороны, он отказывается последовательно от вступления в ОДКБ, ведомой России, и присоединения полноправно к Евразийскому экономическому сообществу. Это, в общем, не в интересах Узбекистана, но в Москве, в общем, так достаточно грубовато иногда делают намеки на то, что это было бы гораздо более как бы необходимо, да, ну, он дистанцируется. Вот в ноябре должен состояться государственный визит президента Мирзиёева в Москву, который, я бы обратил внимание на то, что не состоялся до президентских выборов, как это обычно делалось раньше. Все лидеры государств этого региона, да не только этого региона, старались приезжать в Москву, надеясь получить как бы некое одобрение своей кандидатуры, да, поддержку Москвы, что должно было сказаться позитивно на выборах. Мирзиёев отказался от этого, несмотря на то, что, мне кажется, в Москве были бы не прочь именно так принять его. Он решил приехать после выборов, демонстрируя таким образом, что ему не нужна сегодня поддержка Москвы для победы у себя в стране. Это тоже довольно красноречивый жест самостоятельной политики Шавката Миримоновича Мирзиёева. Аркадий, скажите, пожалуйста, вы упомянули о курсе нынешнего президента в отношении Запада, в отношении России. А как нынешний президент, который, ну, сильно отличается по сравнению со своими коллегами по среднеазиатским странам и республикам, вот встроенность вот в эту? Он проводит такую же политику, другую, он стоит особняком. Что сегодня в рамках Средней Азии Узбекистан? Это потенциальный лидер. Может, даже не потенциальный, а реально, так сказать, сформировавшийся лидер. Страна, я думаю, во-первых, она просто самая большая по населению. Она приближается к 35 миллионам населения. Это очень резкий рост. Да, он уже, Узбекистан скоро приблизится по населению, например, к Афганистану, ну, который, правда, не является постсоветским государством. В Афганистане говорят, что, в общем, ближе к 40 миллионам, но сейчас никто посчитать это не способен. Дело в другом. Узбекистан
вместе с Казахстаном, а сегодня, может быть, даже и сильнее, чем сам Казахстан, претендует на лидерство, я бы сказал, такое концептуальное в Средней Азии. Нурсултан в своей внешней политике старается, ну, который ему, кстати, очень содействует министр иностранных дел Камилов, который был еще министром при Каримове, который очень большой запас узнаваемости, опыта, и, так сказать, хорошие отношения с коллегами. Мирзиёев старается превратить Центральную Азию, я бы сказал, такой субъект международной политики самостоятельный, не просто, так сказать, задний двор России, Советской или Российской империи, а самостоятельный субъект, где они выступают таким отдельным, огромным, значит, социально-экономическим образованием. Да? Эта тенденция сейчас сильно, конечно, подорвана в результате войны в Афганистане, потому что общий фронт центральноазиатских государств по отношению к афганскому кризису надломался сегодня. Да? Таджикистан выступает особняком, я бы сказал так, перпендикулярно с позиции остальных государств. Это первое. И второе — пандемия, конечно. Замечу, между прочим, вот я приехал, да, вернулся из Ташкента, я был чрезвычайно удивлен тем, что в Узбекистане можно выбрать сейчас практически любую вакцину из всех мировых существующих главных. Там есть спутник российский, там есть китайская вакцина, там есть какая-то смешанная узбеко-китайская вакцина, и там есть Pfizer. Недавно Соединенные Штаты передали Узбекистану безвозмездно 5 миллионов вакцин Pfizer, да? Причем американского изготовления. Вот. И об этом знают в Узбекистане. Я узнал это, так сказать, от высокого начальства, но потом проверил на людях. Да, говорит, нам известно, мы можем теперь это выбирать. Да, так что, в общем, это весьма, весьма красноречивый жест, означающий, что Узбекистан, в общем, совсем уже не близкая России, не находящаяся в шлейфе российского тренда государства. Да? Это надо заметить, это надо как бы помнить. Аркадий, большое спасибо за ваши комментарии, что нашли для нас время. Всего вам доброго. Всего доброго, Михаил, спасибо. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Москвы был российский политолог Аркадий Дубнов. До свидания.